Так, ну, в данный момент что мы сделали? Предварительно очистили лицо, и лицо у нас должно быть влажное, мокрое. Вот для этого я взяла мисочку с водой теплой и ставлю рядом с собой. Я буду периодически окунать туда руки. В данном случае мы делаем массаж вначале, да, такой именно разогревающий. Это китайский массаж, техника его очень интересная. Вот накладываю на крем. Да, вот в данном случае я положила крем увлажнения, да. Можно добавить сыворотку, серум наш. Вот прямо в одну руку, один-два жима сыворотки, капелька крема. И, ну, в данном случае я покажу технику на этом креме увлажняющем, да, биоэмульсии с эдельвейсом, антарктицином и наш баобаб, конечно, там ключевое вещество. Вот. А вообще вот этот массаж делается на ночном креме плюс сыворотка. И вокруг глаз обильно накладывается крем под глаза. Угу. Вот, значит, техника заключается в том, что мы поочередно работаем руками. Я сейчас показываю базовое движение, которое будет сопровождаться после каждого следующего. Вот оно будет основным, а разбавляться будет усиливающимися движениями, угу, то есть силовыми. То есть вот это поглаживание. Угу. Да? То есть здесь техника заключается в том, что мы поочередно работаем руками. Это позволяет, чтобы такой клаустрофобии как бы не было, да, то есть расслабиться больше. Вот. И не, вот такое как бы небольшое надавливание ножа, не просто вот я вот так делаю, а с усилием и довожу до конца. Да, да, вот. Дальше опускаемся ниже. То есть вот количество раз вот таких должно быть где-то 4-5. И потом ниже. Раз, два, три, четыре. Ниже спускаемся. Раз. Довожу до конца. Mm-hmm. Два вот под скулой. Да, да. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И теперь дальше завершение. Это вот мы с одной стороны вверх, 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 вверх. А потом вот здесь раз и вниз спустили. Вот. То есть шея это вот здесь вот вверх, а вот здесь вниз. И растянули по ключицам. Вот, это базовое упражнение. Да? Дальше, вот можно два раза так пройти. Потом дальше мы делаем, окунаем руки и работаем силовое упражнение костяшками. Ага, вот раз. Что-то не делала. Да, два и так далее. Да? Три, четыре и пошли вниз. Да? Давай по три. То есть, чтобы... да, ну вот я по два сделаю. Раз, два. Раз, два. То есть здесь три у нас... Три зоны. Зоны, зоны хотела. Слово быстро забыла. Вот. Вот, вот. По три раза, по четыре раза. Да, вот здесь вот хорошенько тоже да, прорабатываю. Да. Лицо очень быстро поддается, очень начинает откликаться быстро. Да? И опять-таки вот так вниз. И после этого силового мы опять поглаживаем. То есть поглаживания у нас идут между вот этими всеми. Да? Не буду показывать. Следующее это проминание. Помню. Угу. Вот от центра идем сюда, да, то есть по несколько раз то же самое, ниже, 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 ниже спускаюсь. Задача такая вот сдвинуть кожу, мы как будто ее сдвигаем чуточку, не сильно, руки должны быть скользкие, мокрые, да, вот. Угу. И вот мы ее сдвигаем буквально через сантиметр. Вот. Двигаем, 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 двигаем. Понятно, да? Здесь... Аккуратно, здесь работать нужно аккуратно. Зону под глазами мы не трогаем, конечно же. Вот если я чувствую, что я уже тяну кожу вот сильно, то нужно окунать. Проминание, да? В три зоны, естественно, в три наши, помним, да? Один раз сделай, вот. Чтобы время сэкономить. Да, я по одному разу сделаю. Угу. Вот после вот этого проминания уже начинают... Хороший кровоток, уже хорошо видно, как лицо начинает откликаться, отзываться. Вот. Здесь вот тоже вот под скулой под хорошо тоже проминаем. Вот так вот. И здесь не проминаем, здесь просто так и вниз. Да? После проминания, помним, да, делаем поглаживание. Поглаживание, да, и всех трех зон. Да. Дальше пощипывание. Так, вот момент. Ага. То есть мы работаем вот этим пальцем и вот этим. Вот. Да, да, да. Всё. Только не вот так, ага. А вот так. Вот лоб. Вот. Ну, все.
Мы идем да. не горизонтально, а вертикально. Все, пальцы все. Вертикально. Щипок, вот. Щипок идет, вот да, все, да, абсолютно понятно. Точно. Угу. Вот. Тоже от серединки угу. и до угу. вниз. Ручки должны не мягко идти, как сказать, скользить. Да? Да, то да, есть да, мы да, щипаем, да. но они скользят. Щипают, скользят. Не только щипают, да? Вот. Хорошо прорабатываем вот эту зону, очень хорошо, вот брови. Ага, доводим брови. Прямо вот до конца. Да, да, да. Прямо бровки угу. щипаем хорошо. Угу. Вот так вот. Здесь то же самое делаем. Угу. Ну, по несколько раз, вот вы это понимаете. Щипковый. Это щипковая. Это щипковая техника пошла, да? Да. Угу. То есть мы делаем по несколько раз. Не, как говорится, надо здесь не щадить время. Да, 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 да. Вот. Здесь, до кузелка. Да, да, да. Кузелок это вот да, это. Да, знаю. Здесь вот от серединки. Угу. 6 минут. Угу. И вот здесь можно на шею. Вот. Ага. Раз, два, три, четыре. И вот сюда. Подмышечную впадину уводим на лимфу? Мы не, нет, там не делаем. Вот мы только до вот этого ага. вот делаем. Туда не. И вот так вот по шейке можно пройтись. Да? То есть вот здесь вот, вот так слегка. А щитовидка то что? Ну, смотреть, смотря что. Вы чувствуете руками. Ведь вот да. здесь сюда не трогаю. Вот я только вот эти работаю всё, лимфатические. Всё, угу. Сюда вот этот вот наш да. не трогаю. Угу. И опять-таки, что я делаю? Поглаживание, угу. да. Вот угу. сделала, да? И третья техника, третья силовая, это похлопки. Стаккато, вот похлопки. Эти вот, да, угу. похлопки такие. Тоже мы делаем ниже, ниже, ниже. Вот они должны вот, они должны быть силовыми достаточно. Ага. Не вот это вот, а вот с усилием. С усилием, угу, да. С усилием. Поэтому напряжение идет все время на да, этих да, пальцах. Да, да, это, да. ну, руки даже крепатура после этого всего происходит, да. То есть я как бы прорабатываю все. И опять-таки, что мы делаем в конце? Поглаживание. Поглаживание, да. Все, вот это вот массаж. Дальше, вот мы, видите, уже прям вот лицо да, покраснело, конечно. Уже угу. все. Мы подготовили угу. лицо уже к ленточному массажу по маске. Как он делается? Мы берем, намазываем водичкой, угу. смачиваем водой угу. шею. Угу. Вот мы делаем на эту зону тоже, да. Угу. Вот, берем маску. Это маска тройного действия. Это маска тройного действия, да. Пилинг, лифтинг и... микромассаж с увлажнением, да? Берем вот такое, ага, капельку. Вот такую горошинку, так. потому что мы делаем это не на все лицо, а только на эту зону. Наносим, угу. да? Ну, я не буду ниже, ниже тоже угу. наносится, да? И мы делаем вот такое упражнение. Вначале мы вот буквально половинкой пальцев делаем такие похлопывания. Да, да. Они вначале идут легко. Как бы, да, то типа есть просто медового, как... вот это... абсолютно точно. Это похоже на медовый да, массаж. Да. По мере того, как я это делаю, маска начинает застывать, понимаю. И пальцы начинают сильнее прилипать к коже. Что я в этот момент делаю? Чтобы не рвать, ну, все-таки это ну, не растягивать, угу. да, я начинаю переходить только на вот эти угу, подушечки. Пальчики, подушечки, да. Угу. Конечно же, напряжение опять-таки здесь. Угу. То есть я должна делать это все более отрывисто. Угу. Вплоть до того, что я работаю только пальчиками. Или расслабляй, не помогай мне. Расслабь. Вот они прям должны вот так вот. Вот. Только пальцами, пальцами, вот пальцами. Вот. Угу. Вот так я делаю. Ну, я, в принципе, могу не продолжать, да? То есть вот я на нижней части покажу. Даже вот дальше вот как делаем. Вот, допустим, вот сейчас нижняя часть застывает, дальше. Да, да, да. Вот и я делаю до тех пор, пока пальцы не перестанут прилипать. Вот сейчас они прилипают. Маска вот настолько она впитывается, потом застывает. И вот я смотрите, понимаю, да. что ты говоришь, потому что да. я делаю вот недолго. Насколько, вижу, насколько вижу, сильно. Вижу. Да, вот, да, вот этот да. момент нужно делать более отрывисто. Ага, ага, ага. Понятно? Чтобы мы не делали вот это. Да, да, это да, неправильно. Да. Вот. Вот так вот мы делаем. Очень хорошо усиливается кровоток, лимфоток. Это очень хороший лифтинг. Ага, да. Очень хороший массаж. Он подготавливает мышцы наши. Ага. К маске, когда мы ее оставим уже. Юль, потом. Вот дальше покажи. Дальше. У нас... Мы это делаем и на объясни. Эту область, да, так, так, дальше. Исключая под глазами дальше. И эту область. Эту область. Да. И когда мы сделали. И когда мы уже все сделали, мы берем, да, размачиваем вот маску да. на всем лице угу. и закрепляем ее. Я беру обязательно, я беру еще буквально одну горошинку, да. Дополнительно к тому, что уже лежит на лице. Угу. И начинаю делать распределение ее. Распределение делается мокрыми достаточно руками, лицо смоченное водой. Угу. И я делаю, едва-едва касаясь, я вот начинаю чувствовать слой. Вот. Угу. Я ее как вот
растягиваю, выравниваю ее, да, чтобы одинаковый слой везде-везде лежал. И вот тоже делю лицо пополам, и вот от этой оси я работаю до конца, довожу, придержала, чтобы оборванных слоев не было. Да. Зафиксировала. Зафиксировала. Угу. Естественно, слегка, потому что иначе вся маска сойдет туда, вот на край. А скажи, Юля, чтобы мы закончили вот это, вы уже дальше закончите. И 20 минут, 20 минут лежать. 20, да, минут. 20 минут лежать. После того, как закончится все, никуда не вставать, никак нельзя дома, если мы делаем, да, в домашних условиях, размочить. Угу. Можно предложить клиенту пойти смыть водой, либо с ложиками смыть. Да. Угу. После того, как все закончится, когда мы сделали, мы берем увлажняющий крем, мокрое лицо, буквально горошинку и убиваем. То есть делаем финиш уход. Спасибо.